Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФНС номер 45 по городу Москве была проведена совместная выездная налоговая проверка УАО Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения. В ходе проверки нашими сотрудниками было установлено, что руководство УАО в НИИМАМ в течение 2008-2010 года организовало схему вывода денежных средств из-под налогообложения путем использования финансово-хозяйственной деятельности реквизитов мнимых организаций. Сотрудниками нашего управления была установлена сумма неуплаченных налогов, пени и штрафов в размере 285 миллионов рублей. И ФНС номер 43 при участии сотрудников Управления экономической безопасности были выиграны все инстанции арбитражных судов по искам руководства в НИИМАМ по данной проверке. В 2013 году в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования данного уголовного дела руководитель УАО в НИИМАМ полностью признал свою вину. Задолженность перед бюджетом в размере 285 миллионов рублей на настоящий момент полностью погашена. Уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному статьей 28.1 Уголовно-процессуального кодекса в связи с погашением ущерба, причиненного преступлением.